скажем так, просто тест. Просто подумалось, что ее можно прицепить на кармашек пальтишка, потому что тут, наверное, не задействуется магнитик через толстое пальтишко. Попишем немного. Конечно, я думаю, что можно было бы купить камеру, которая повернет этот самый плюс, телекам плюс, телекам C100 плюс, чтобы можно было прицепить по-другому, облегчило бы очень сильно. Это можно также прицепить по-другому, но будет формат такой, в котором сейчас пишет ТКНН, простите меня, что я про нее вспомнила. Просто мне как-то она попалась. Ну, короче говоря, когда вот на телефон пишут, типа, как шортс, но длиннее, чем шортс. А потом я подумала, а смысл тратить сейчас 5000 на что-то еще одно. Если я все равно хочу вот впоследствии покупать DJI Pocket 2, а его можно и так при настройке. И это, короче, решила пока. Все равно денег нет, не тратится. Да и зритель у меня не настолько лояльный. Я сейчас на пальцах пересчитала всех своих донаторов. В смысле этих, всю свою эту, как он там, на YouTube вот эта вот подписка. Вот, зеркало. Вот так она сейчас. Там у меня рюкзачок. А это этот, ну как, спортивная кофта, она так сделана, будто там под ней еще майка. Я на самом деле под ней еще майка, но она, ее не видно. Спонсор, который меня поддерживали, ну тут 4 человека, короче говоря. На пальцах одной руки. Кошка тут мяукает. Не знаю, мы ее увидим или нет. А вот немножко увидели. Если повезет, сейчас будет кульбит этого самого. Ты хочешь запрыгнуть, да? А может не повезет. Короче, пошла я, мне там надо в сад. Может, велик мой все-таки не спустилось, колесо, так я доеду до сада, если не. Во. Ну, правда, проворонили тот момент, она уже забралась. Ну, как? Но было, наверное, слышно. Короче, это говорю, если камера колеса спустилась, а то я, может, парк сейчас засниму на эту камеру. А если не спустилась, то поеду до сада. Доделаю свои дела. Будет выход из квартиры. Неудобно, я ж обычно на этой руке ношу корзиночку, да. Вот сейчас год слегка темно. Непонятно, чем вонять в подъезде уже вторую неделю. Ты жрать хочешь или как? То у меня с собой есть пакетик корма. Мяу. Сейчас подожди. Мяу. Не кормят. Бросили кошку и не кормят, да? Ну они сволочи ли? Сволочи. Те, кто заводит животных, а потом их бросает, надо кастрировать. Стерилизовать.
И вообще, кто-то мне названивает. Ой, у меня же там камера прилеплена. А я тут это, сижу. Кто там названивает? Какой-то. Ну что, подождать, пока ты сожрёшь? Ну, жри, не отвлекайся. Жри, давай. Ешь, не отвлекайся. А то когда еще пожрешь? Я тебя не трогаю, я тебя только глажу. Ну, в смысле, не надо пугаться. Давай, хавай. Хавай, хавай. Я пока наушники одену. Ну что, ешь? Как-то тут вроде никаких собак и бешеных детей нету, так что может тебя оставить, сама доешь все. Что, наелась? Да и дай, тут немножко осталось. Я зрякала, молодец. До следующего раза. Что, тебе мало что ли? У меня только один пакетик с собой. Может тебя погладить? Давай я тебя погладил. А то кормить не кормят, гладить не гладят. Сколько я даже пропадаю.
Я думаю, проблемы нету, что я тут сарайку засвечу. Если мне велик в этом году портили, то и без камеры знали, где тут сарайка. Одеяло, пожалуйста. Пусть мое кровать так и было не проколото. Следующего, по ходу дела, года. Его отводили, явно выходили в крайнюю сарайку. Ну, а хоть духи оттуда забрать. Я не собаку отпустила, когда ездила. Ну, вообще, тут нет никаких маленьких мозгов. А тут прям печаль, беда, Калину нечем отсобачивать. Удивительно, что масло машинное на месте. А сейчас корзиночку присобачим тогда и пойдем прогуливаться. Просто гляну, как оно, видно его было или нет. Вот мой многострадальный велик. Так, наверное, тогда завтра входим. К сожалению, камера каким-то загадочным образом прокололась. Может, конечно, заказать камеру или подклеить ту и собачить, попросить Влада. Печально. Из-за каких-то ублюдков я в это лето и этот сезон в городе намного меньше на велике провела времени. Пар заснимем тогда. За этой ягодой сходим, наверное, завтра уже. Пока дойду, будет уже темноваться. Вот, в принципе, не буду морды их убирать цензурой, если попадут в кадр любители обосрать очкариков.
может тоже. Пошла по сути тут, чтобы не натыкаться на людей. Потому что некоторая морда лица очень геморна. Зацензурировать. А так все это делаю по собственному желанию. Я тут не знаю, слышно будет или нет. По шарикам хожу. Да и мой лояльный зритель на 6 лишних тысяч. Просто у меня на тему мал, то лишнее телодвижение ради монтажа и красивой картинки делать не хочется. Это суповник так хорошо свел, и тот и другой, и на нем практически ни черта нет. Еще вроде его отсюда не зовут. Или зовут. А нет, тут есть, но здесь витер практически. Какой-то болеющий шиповник. Я проворонила в этот раз в прилуках. У меня где-то есть пакетик. Так, там телефончик у меня сюда. Я вот дала пакетик. Так, сам беру. Пошел сад, зато обнаружил шиповник. Все. А вон там еще есть. Ох-ох-ох. Ладно.
мы будем считать, что я случайно проколола колесо в том самом месте, где мы дядя проколол. Три раза. Не будем плохо думать о людях, которые без того плохие. Такой хороший ягодок. А, нет, поймала. Здесь это выглядит уже странно. Но лучше быть странным, чем ублюдком, который после другим жизнь. Наверное, там камера вот там есть. И я ее. Просто я говорила, что сюда как-то забывала, что какие-то там прийти. Знаете, есть еще что или нет? Или я тут не вижу? Что, все, да? Ну, на это спасибо. У меня тут камера прицеплена, то приходится слегка извращаться, чтобы ее не задеть. Не заслоните экран. Я, по идее, могу зайти в тот парк с другой стороны. Интересно, эта помойка очищается? Вон та, на которой сейчас я смотрю своим третьим глазом, который по камеру. А не то, что подумал извращенный зритель. Эти фиговины. Можно полопать. Сейчас, чтобы было видно, надо, видимо, подальше отойти. Во. То ли помойка неочищаемая, то ли просто люди свиньи. То ли то и другое. Они я одна этими шариками страдаю. Эта передача очень крутая. Все как надо. Если там почему-то не сделала такую же штуку, как DJI. Розочка, скорее всего.
Нифига себе, еще никто не стрелял. Ладно, у меня тут на одну треть батарея сдохла. Быстро заряжается, либо я не зарядила, хрен знает. А, ну от Wi-Fi это еще. Потом привыкну и буду без Wi-Fi использовать. Кадры не лезла. Там же нужно спуститься. У меня уже лапы замерзли. А как мне специально сюда прийти и спуститься? Да, уже холодно кататься. Замок при такой погоде. Мерзнет. Интересно, мои бубнения будут слышно. Мне тоже слегка спуститься. Тогда не обессудь, Дарбушкин, может мне не хватит заряда на весь парк. Надо аккумулятор с собой таскать, чтобы подзаряжать ее. Обалдеть. Тут что такой конкретно резкий спуск? Пятый раз и все. Привет, гусятины. Я сейчас гляну, как вас видно, в камеру не видно. Гусятина, я к вам не собиралась. Даже не знала, что вы тут забирала, я бы взяла бы хлеба. Я надеялась, что мое колесо все-таки в порядке, и я до сада доеду. Ну, увы, ах, теперь придется в сад до следующей весны по шкадралам топать. Вряд ли у вас придет у меня колесо нацепить. Ради пары поездочек. Ух ты, вы это типа дети, да? Как мне вас показать-то? Маленькие такие львы такие есть. Интересно, а это на телефон можно сфоткать, пока тут на камеру стыкаю? Вот, конечно, дрожит, что пипец.
Питер 11. Так, где у меня это приложение команды было? Списочку. Надеюсь, все писалось. Стрёмно сделали. Крила должны быть и тут тоже, мало ли так кто надолбанется. А здесь стоял наш гараж давно-давно, потом его продали дважды. А в гараже была лодка. Это видно. Мне ж как бы это типа спортзадание. Спонсирующему канал зрителю, точнее поддерживающему канал зрителю. Надо показать этот парк. Ну и остальным кому-то интересно. И видно. В крайнем случае дома потом там погляну. Главное, чтоб морды лица всяких бабок не попали. А то потом смотришь на монтажке на них, а они на тебя с монитора. Стрёмно. Офигеть.
людей. Точно? Что это такое? Тут же поле было для детишечек. Спортивные куда-то уже хреначили. Прикольно, я слепая, интересно, вот видно других людей более четко, чем вижу я. А там было 4 вот таких вот этих. Куда-то. Я туда убивать. Коробка попал сразу.